Основная задача молодежного совета – повышение молодежной активности, привлечение ее к социально значимым вопросам. Энергию молодых, считает председатель совета Григорий Авдеев, необходимо направлять в нужное русло. Привлечь их к тому, что происходит непосредственно на земле, в районе, в поселке, в тех организациях, где они состоят, чтобы вот этот энтузиазм, эта жизненная энергия пошла на пользу всем. Молодежный совет в нашем районе – новый совещательный орган, только начинающий объединять вокруг себя активных, неравнодушных людей. И хотя совет появился еще несколько лет назад, толчок его развитию дал гражданский форум, проходивший в Видном в конце января этого года. И вот первое официальное заседание, на котором выбрали заместители председателя, ими стали Дмитрий Пронцев и Александр Дмитрашко. На должность почетного секретаря была утверждена Анастасия Клочкова. На заседании присутствовал председатель Совета ветеранов района Виктор Пикуль, который дал несколько наказов молодежному совету. Желаю, чтобы у вас все получилось, а уверен, что так оно и будет, потому что молодежный совет при администрации, собственно говоря, при главе района, эта статусность его еще повышает, потому что все наверняка ваши идеи, все решения, все вопросы и проблемы, которые будете здесь обсуждать, они будут не просто доводиться до руководства района, а будут решаться вместе с властью. Виктор Пикуль пожелал совету работать в единстве с руководством района и воплощать в жизнь лучшие идеи молодежи. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.